Опасная работа — продавать квас. В Иркутске полиция проводит проверку по факту ДТП с участием общественного транспорта. Авария произошла днем 13 июня в микрорайоне Первомайский. В районе остановки Ботанический сад автобус 21-го маршрута столкнулся с автомобилем Subaru. От удара легковую машину выбросило на тротуар, и автомобиль врезался в бочку с квасом. В результате ДТП продавец кваса получила травмы и была госпитализирована. Дознаватели устанавливают степень вины каждого участника ДТП.